Привет! Сейчас мы будем делать Packet Tracer 6.5.1.3. Для этого скачиваем инструкции в PDF. Загружается сайт по ссылке в учебнике. Нажимаем кнопочку «Скачать». Сохраняем. И открываем с помощью Adobe Acrobat Reader. Здесь вам нужно будет внести в таблицу свои данные и ответить на вопросы. Это делать обязательно, потом сохраняйте этот PDF-файл и отправляйте вместе с ПК-файлом, который мы сейчас и скачаем. Скачиваем, открываем его в Packet Tracer. Сейчас он загрузится. В нем мы будем делать наше упражнение. Сейчас, все. Вот он открылся. Вводим имя. Email. Дополнительную информацию подтверждаем. Вот у нас задание обновилось. Начнем. У вас задание может быть немного другое, расположение устройства и их название, но суть везде одна и та же. Начнем. Смотрим здесь в таблице данные, переносим их вот в эту вот таблицу нашу. Начинаем делать. Вот у нас есть требования. Внести в таблицу отсутствующие данные. Здесь у нас нету шлюзов по умолчанию. А в эту таблицу будете вносить шлюзы. Чтобы узнать, какие шлюзы нам нужно внести в таблицу, например, у нас есть коммутатор Room145. А его IP, видите, 127.107.20. И у нас есть маршрутизатор Floor14, и один из его интерфейсов тоже 20. Это значит, что этот IP и будет его шлюзом по умолчанию для этого коммутатора и для вот этих вот устройств, у которых в IP 20. Так, также нам нужно настроить название маршрутизаторов, коммутаторов и все остальное. Что ж, начнем. Заходим в наш маршрутизатор, нажимаем Enter. Сейчас я закреплю задание, чтобы оно не пропадало сверху, и начнем настраивать. Первым делом нам нужно Enable прописать, Configure Terminal. Здесь мы можно сразу hostname поставить, hostname и Floor14. Видите, наше название поменялось. Дальше. Мы делаем line console 0. Здесь мы пишем password и наш пароль. Здесь нас просят ввести пароль Cisco для перехода в пользовательский режим. Это мы здесь и настраиваем. Пароль Cisco, и обязательно надо прописать логин, чтобы этот пароль сохранился. Теперь мы выходим из этого интерфейса. И теперь нам нужно настроить LAN VTI от нуля. И я не знаю докуда, поэтому я поставлю вопросик. И оно мне скажет, вот, от 0 до 15. Пишем 0.15. Enter. Здесь тоже. Password. Cisco. Логин. Все. Выходим. Теперь мы настроим пароли для привилегированного режима. Для этого Enable Secret. Здесь нас просят пароль класс. Класс. Окей. И теперь нужно зашифровать все пароли в открытом виде. Для этого Service Password Encryption. Подтверждаем. Все. Сейчас я детально просмотрю, чтобы я ничего не пропустил. Название мы дали. Коммутаторам другим мы потом дадим. Зашифровали пароли. Нужно еще настроить баннер. Для этого баннер методы. И нам не важно, что писать, поэтому... Секунду. Я каким-то образом все стер. Баннер.
закрываем скобочки и здесь пишем что угодно. Подтверждаем. А нужно настроить адресацию. Для этого смотрим таблицу и настраиваем наши интерфейсы. Сейчас мы настраиваем маршрутизатор, поэтому интерфейс G00 IP address. Копируем IP-адрес и маску под сети. Теперь no shutdown для того, чтобы интерфейс включить. Теперь настраиваем следующий интерфейс. Интерфейс G01 IP address. Копируем, маску под сети вводим, 255, 255, 255, 0. Подтверждаем. И тоже включаем интерфейс. Включили. Дальше. Нужно настроить маршрутизаторы. Но перед этим нужно скопировать стартап конфиг в nvram, нашу конфигурацию. Для этого copy run start. Подтверждаем. И наша конфигурация скопирована. Так, настроить интерфейсы, сохранить настройки. Все. Теперь настраиваем также еще одно устройство. Room 146. Так как Room 145 мы настроить не можем в этом задании. Открываем наш коммутатор. Заходим. Нажимаем Enter. Enable. Configure Terminal. Align line console 0, password такой же, как и там, Cisco, и логин. Окей. Также line VTI 0.15. Секунду. Ага, здесь это настроить нельзя. Поэтому мы выходим обратно в конфигурацию, в настройку конфигурации. И настраиваем пароль для доступа в привилегированный режим для этого. Enable secret. Ставим класс. Сохраняем. И осталось зашифровать пароли. Service Password Encryption Banner. Дальше. Баннер настроили. Адресацию. Настраиваем адресацию. Интерфейс. Здесь у нас только один. VLAN 1. IP address. Тоже копируем IP-адрес, маска под сети, да, и тоже включаем интерфейс. Все, мы все настроили, сейчас сохраним конфигурацию здесь, сюда, copy, run, start, подтверждаем, конфигурация скопирована. Нам осталось проверить пинги, чтобы все у нас пинговалось. Для этого мы заходим, например, в менеджер A и десктоп, командная строка, и пробуем. А, стоп, мы не настроили сами компьютеры, я об этом забыл. Входим в компьютеры, IP-конфигурация. Заодно можно проверить, все IP ли настроены здесь правильно. Смотрим. Manager A. Вот наш IP. Он у нас правильный. Маска под сети правильная. Осталось только шлюз по умолчанию. Вот он. Сохраняем. Настраиваем следующий компьютер. IP-адрес. Проверяем IP-адрес. Это у нас Reception A. IP-адрес правильный. Вставляем сюда тот же
адрес по умолчанию. И также я забыл настроить адреса по умолчанию в нашем одном коммутаторе. Для этого мы configure terminal IP default gateway. И сюда тоже вставляем, только здесь уже другой, здесь с 30. 30. Вот как вот здесь. Enter. Все, настроили. Так, продолжаем настраивать наши компьютеры. В этот раз Manager BIM. Manager BIM. Тоже правильный IP. Ставим адрес по умолчанию, шлюз по умолчанию. И остался последний компьютер, Reception. И мы видим, что здесь у нас неправильный IP-адрес. Вот смотрите, Reception B, здесь 3030, а здесь 2030. Исправляем. Сюда вставляем тот же шлюз по умолчанию. И видим, что у нас 94 балла из 100. Давайте посмотрим, что мы еще не настроили. Нажимаем Check Results, Assessment Items. И мы видим, что я забыл настроить hostname на коммутаторе Room146, также VTI Lines. Сейчас мы это настроим быстренько. Room146, да, видите, hostname я забыл поставить. Hostname Room146. Вставляем, подтверждаем. Имя поменялось. И также я забыл line VTI. Поставлю вопросик, так я не знаю, сколько их здесь. 0.15. И здесь вводим паспорт Cisco и логин. Все, мы все настроили. У нас 100 баллов из 100. Надеюсь, вы тоже все правильно настроили. Сохраняем наш пакет трейсер. Сохраняем наш PDF-файл, в котором мы все ответили и всю информацию внесли в поля. На этом все. Пока.